шведов лидер экстремистской партии, радикальный перец Расмус Палудан. В знак протеста и поддержки демократии разрешили Палудану сжечь Коран. Охраняли всей толпою поджигателя, полицейские построились во фрунт. У огня приятно грелась демократия, вот вам, турки, настоящий шведский бунт. И все мирненько, так приличненько, скандинавским таким спокойствием, так и веет шведская личика с нескрываемым удовольствием. Так и лезет шведская личика с нескрываемым удовольствием. У свободы есть достойные ценители, например, когда в холодном феврале для сугреву танцы в храм Христа Спасителя, в балаклавах теплых да на алтаре. И в свободном мире люди умиляются и берут в свободных странах интервью. А тут книжка просто, кто там возмущается, я никак умом своим не достаю. Все же мирненько, так приличненько, скандинавским таким спокойствием, так и веет шведская личика с нескрываемым удовольствием. Так и лезет шведская личика с нескрываемым удовольствием. Но фортуна у свободы переменчива, стоит только недалекому уму ляпнуть в суе, что мужик — это не женщина, и транзитом в скандинавскую тюрьму. Так что жги костры, танцуй, ну и так далее, для таких у них всегда открыта дверь. Только больше не смотри на гениталии, а увидишь, что глазам своим не верь. И будет мирненько, так приличненько, скандинавским таким спокойствием, разорвут твое милое личико с нескрываемым удовольствием. Разорвут твое милое личико с нескрываемым удовольствием.